В 29-й серии сериала «Тайны госпожи Кирсановой» на дом Ларисы и ее тети совершен ночной налет. Перерыт весь дом, что-то искали, а рядом найден труп предполагаемого налетчика. Лариса понимает, что преступник искал ключ, полученный ею на хранение от матери Павла. Корни этого преступления уходят в прошлое и ведут к давнему убийству поручика Семибратова. Посмотреть очередную серию вы сможете 21 декабря.